Вот эти вот симпатичные получились, а там прям страшно. Ну, там в два или в три ряда зубы. Ну это... Мне страшно. Олеся признается, когда в первый раз в интернете увидела новых любимцев детей, была в шоке. Первым трехлетняя Альбина и десятилетний Костя попросили купить хаги-ваги – зубастого синего монстра. Отказывать детям мама не стала, но связала персонажа сама, чтобы сделать его хоть немного менее устрашающим. После этого не прошло и дня, как дети заявили – теперь хаги-ваги нужна подружка – киси-миси. От хаги-ваги ее отличает цвет – ярко-розовый. Результатом Олеся поделилась в соцсетях. Там новый тренд оценили не все. Одна знакомая сказала прямо, она категорически против таких игрушек. Когда я выложила в одной из групп вот этих вот персонажей, она говорит, вообще, говорит, зачем вот это все детям? Говорит, они, говорит, психику подрывают. Говорит, мой, говорит, стал беспокойный и по ночам плохо спать. Вот все, что я знаю об этой истории. Я говорю, я на самом деле, ну, за своими я этого не замечаю. И я стараюсь всегда то, что они просят, вот, ну, как вот у них идет там тренд, вот эти уточки, ла-ла, фафан, вот эти вот сиреноголовые. Я стараюсь, наоборот, сама это все связать, более милое, как бы не такое ужасное, как продают в магазинах. Оригинальные киси-миси и хаги-ваги выглядят вот так. Помимо яркого цвета, широкой улыбки вот с такими зубами и больших глаз, у них есть еще одна отличительная особенность. Это липучки, которые позволяют им держаться за руки и крепко обниматься. Сейчас брелоки с такими персонажами родители активно скупают на праздники в детских садах. Мальчикам хаги-ваги к 23 февраля, девочкам киси-миси к 8 марта. В магазине игрушек рассказывают, самому юному покупателю, который пришел сюда с родителями именно за хаги-ваги, было чуть больше 2 лет. Конечно, пик продаж пришелся на новогодние праздники, но и сейчас хоррор персонажи номер один по запросам. Однако родители порой даже не подозревают, что же ребенок у них просит. И тогда в магазине их ждет сюрприз. Родители приходят или отправляют: Елен, что это, как это выглядит, игрушка? Я им скидываю, им говорю, ой, нет. Я попрошу, чтобы письмо переписали. Я говорю, ну зачем вы, как бы, желание ребенка, тем более он написал это у Деда Мороза, попросил, а не у вас. Как вы объясните, что Дед Мороз-то не выполнит его желание? И что вы, ну что плохого вы видите в этой игрушке? А родители такие, ну так вы посмотрите на ее внешний вид, какая она страшная. Я говорю, а ну что страшно? Ну вот она такая. Раньше, я говорю, вы историю-то игрушки вообще, ну, читали, знаете? Родители, ну нет, не знаем, а что, расскажите нам. Откуда вообще взялись хаги-ваги и киси-миси? Изначально это персонажи компьютерной игры про фабрику игрушек. Вы, как главный герой по сюжету, должны спасаться от хаги-ваги и киси-миси, иначе те вас съедят. Компьютерная игра вышла в октябре прошлого года и сразу стала набирать популярность. В нее играли дети, их кумиры, а позже в соцсетях стали появляться ролики с отрывками из таких видео. Особенно в интернете стали популярны фразы «У нас пропал синий хаги-ваги», когда случилось что-то грустное. И да, это же бабушка хаги-ваги, когда речь идет о разнице в возрасте. У нас пропал синий хаги-ваги, ребят. Многие дети, которые фанатеют от этих персонажей, увидели их впервые именно в социальных сетях. Как отмечают психологи, сама по себе игрушка опасности не несет. Важно то, с каким идейным смыслом она появилась у ребенка. Опасность заключается в передозе. Когда ребенок патологически интересуется только этими игрушками, когда он хочет с ними играть, когда он меняется, ну, скажем так, в принципе, сам по себе, да, меняется его эмоциональный мир. То есть мы параллельно наблюдаем вещи какие-то тревожные. Если ребенок просто говорит: «Мам, купи мне вот эту игрушку». Мам купила, а ребенок не играет. Ну вот она лежит у него, есть и есть, у всех она есть. То есть вряд ли это будет психотравмирующая ситуация. Это веяние времени, это мода. Скорее всего, угрозы не будет. Сам факт присутствия пугающих персонажей в детской культуре не новый. Вспомните героев русских сказок, Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, либо персонажей мультфильма «Корпорация монстров». Но, пожалуй, главное отличие персонажей современных в том, что с идейным смыслом игрушки родителей знакомит уже ребенок, а не наоборот. Эксперты говорят, прежде чем называть игрушки страшными, вспомните, что так ваш ребенок может не закрепить важную истину, что внешность далеко не главное. Светлана Чернышевич, Владимир Антонов, новости ТВК.